Всем привет, с вами Кэтсунеку. Мы продолжаем играть в Монстанию. Замечательная игрушка на Супер Нинтендо или Супер Фамиком. Итак, мы на Алмазной горе находимся. Куда, думаешь, куда она полетела? Вперед. Ага, давай продолжим идти. Давай. Кто здесь? Алмазная гора, где же Чита, черт возьми? Вперед. Естественно, вперед, куда же нам еще идти? Здесь у нас летучие мыши-вампиры. В принципе, удар звуком рулит. И попробуем с лука фигачить. Нормально так. Тут у нас что-то наподобие лабиринта. Я вот не помню, здесь были сундуки или нет. По-моему, тут ни хрена и не было. Можно направо пойти, можно налево. Но в итоге нам нужно добраться в верхней точке. Самой верхней. В нашем лабиринте, который расположен в изометрии. Или в так называемой изометрической форме. Псевдо-3D графика. Блин, спалила мышь. Летучая мышь-вампир. А что не сдохла? Ах ты какаха. Получай. Ну они вообще как бы такие, да? Не сказать, что сложно, трудно в плане убийства и количества жизни у них. Ну так вот легко справляемся. Легко и непринужденно двигаемся вперед. Не обращая на мышей никакого внимания. Такого заостренного. Правда, они по полтиннику жизни, блин, едят. Ну, когда 50, когда 30. Но это легко восполнимо. У меня сзади хиллер имеется с полными очками действий, поэтому он не может сделать так. У меня еще 38 останется. Да, идем вперед. Я все правильно продумал. А здесь прикол, смотрите, здесь дырочка. Здесь мы расстаемся с Тиа. Так ведь? Мы умеем прыгать. Хоп. А Тия не умеет. Фрон, за меня не беспокойся, не останавливайся. Чита ждет. Но... Этот остров, он умирает. Может, это конец? Не ссы, прорвемся. Фрон, пообещай мне, что сделай все, что в твоих силах, чтобы спасти остров. И вернешься ко мне живым. Конечно, да, обещаю тебе. Ну все, давай, мне пора, мне нужно точить свой меч. Там другие тёлки ждут впереди. Так, ну давайте засейвимся. У нас третья савка и Алмазная гора, да? 59 минут, да, 5 часов. Я думаю, что это будет завершающая серия. О, а вот и храм. Да, но тут нужно пройти всех этих гаргулей. Не знаю, может быть, и если все это растянется, затянется, я разобью на две части. Чита, Грита, Чита, Питалим, Памполи. Так, Верховный храм. Эй, мы же сюда не на пикник пришли. Да, у нас все замечательно. А где Чита? А, я думала, она соединилась к нам. Жаль, печаль, беда. Да, вот эти горгули. Или как? Черти крылатые. Видали, как он? Могет. Красноглазый. Он еще и летает, где хочет, так что ему пофигу вообще тогда. Я, говорит, колдую на Баба-Ягу. На ее костяную ногу, мне все пофигу. И летю, где хочу, блин. Так, ну мыши, давай, подлетай. Мы тебя и так снимем. Давай, вторая. Давай, родная. Ты этого сама хотела, раз подлетела. Ну, предела, блин. Не, сначала тебя снимем. Ты у нас какой-то злый, псикастый. Хвостастый. Так, ну давай, мышь тогда, лети ко мне. Я пропущу ходов, Децл. И... демона, пинкс. А, что? Промахнулся, Пиздюк Иваныч.
я зря пропуск кода нажал. Так, что у нас там? Давайте посмотрим по бокам два штуки, да? Давайте-ка Energy восполним и... А, да, АП-шку восстановлю. 16, 20, 21 пойдет нам. Да, вот они эти демоны. Надеюсь, они там еще не повыползают со всех щелей, как обычно это бывает. Эта игра любит... Ой, так удивлять. Хорошо, что у меня волшебная кнопка есть. И теперь промахнулся немножко. Плохой из меня навигатор. Ну давай, на удар хватит тебе. Не знаю, попаду я под него, не видно. Тут вроде да. А вроде бы попадаем. Да ладно тебе, что уж. Дальше пропустим. Хотя можно назад отойти и восстановить нормально наш АП. Экшн-поинты. Смотри, какой противозе надо. Летит за нами, гад такой. Шо отсюда? Сдох? Слышь, нет. Нормально. Немножко умер. Так, фронт победил. Ага. Ну все. Вот это я уже думаю, все там. Все прям. Уже 5 часов ровненько. О да. Чита. Фронт, быстрее сюда. Храм на вершине горы. Задача – проникнуть внутрь храма. Что у нас там? Опять лабудень всякая. Так, стоп. Камайтачи. Так, что еще? Ох ты, нормально? Нормально живем. Луч света. Пиу. Еще луч света. Нормас. Так. Ах ты, ё. Ай-яй. Луч света. Как там? Лучше-то у нас... А, лучше-то у нас рей, да? А света-то у нас лайт. Лайт рей или рей лайт? Что-то такое. Нас разъединили. Ну-ка, Фронушка, пойдем-ка вместе. А то девка сказала, на голове одна не справится. Сказанон. Дама вперед. Хоть маленький, но все равно вперед. Давай-ка еще, у меня хороший такой луч света. Та-дам. Давай еще по одному шмякнем. Будет хорошо. Ведь на летучей мышь даже не хочется тратить. Ну, раз вы на одном этом стоите. На линии удара, так что зацепим у вас. А вот это что-то мне как-то... Как-то меня это все... Вложит меня сомнение. Они бесконечно реально будут появляться. Потому что тут есть такие карты, на которых нужно тупо добраться до выхода. Притом не убивая врагов. Ну, в принципе, ну как, их можно убивать по дороге, но это не цель, поставленная задача. И как определить вот эту цель? Не всегда понятно бывает. Ты чё, офигел на эту нападать? На фею? Ах ты ж, какой плохой. Плохой дядя. Летающий. Даже не дядя, а демон, блин. Хвостатый. Сейчас мы вам жопки-то демонические наберём. А что такое у меня опять с меткостью-то, а? Давай. А ну-ка. Подходи, я тебя сейчас как... Своим Камайтача. Как захерачу. Блин, вот. Я эту мышь просто могу убить. Блин, чита. Да ты... Ты чё, мышь? Офигела, что ли? Кого это на себе забнила тут? Энерджи? Что за... Что за мышь такая? Давай, энергии тоже. Что-то какие-то они жуткие уж сильно. А не нужно ли нам добраться до храма до этого, до лестницы? Как думаете, а? Так, сейчас мы промотаем немного жизни. Ой, этих ходов. Ну, чьи-то, блин, ну ты... Ваш пебр. Так, Фрону сразу подлечимся. Кстати, мы убили, не было... Камера туда не направлялась, что добавлялись монстры новые. Так, стоп. Ну я даль... Блин. Я дальше идти не могу. Он играется просто в ступеньки. Вот интересно, если боком стою, удар сильнее наносит, нет? По сути, да, должен сбоку и сзади. А за мной фронт, сюда, сюда. Ладно, пойдем. Не, эта серия у нас затянулась. Как-то надолго уж. Давайте я на этой нотке я закончу данную серию.
Ну а мы с вами услышимся в следующей серии. И я думаю, уже точно она будет заключительной. Всем пока. Джали.